Ты приходишь на репетицию, а все уже так по четвертую неделю уже немного под нервами. И люди начинают жаловаться. Я один раз сказала одному коллеге, говорю, вот ты задаешь эти вопросы, вот ты жалуешься. Что хорошего ты от этого получаешь? Ты видишь негатив, ты на него концентрируешься, ты начинаешь жаловаться, тебе становится от этого плохо, тебя меньше сил становится, ты потому что всю свою энергию, силы и все, что ты можешь потратить для того, чтобы сделать себе лучше, ты тратишь на негатив. И так у тебя мало энергии, а ты еще ее и на негатив тратишь. Какой в этом толк? Никакого. На этой неделе у меня было несколько сессий с коллегами. Конечно, когда ты таки попадаешь уже к какому-то специалисту, потому что типа, ну уже все, я дошел до пиздеца, надо уже что с собой делать. Ты попадаешь уже в таком состоянии, что там несколько сессий у специалиста и несколько месяцев необходимо человеку работать на то, чтобы на 1%, на котором пришел человек, ее хоть немного загрузить, потому что цели человек перед собой ставит на, там, я не знаю, на 100% батарейки. Твоя цель — это как будто я хочу поднять 100 килограмм. Но когда ты об этом думаешь, у тебя уже все силы пропадают. Да потому что нет сил даже 1 килограмм поднять. Чтобы поднять 100 килограмм, надо начинать с 1 килограмма. 1 килограмм, второй, третий, так потихоньку прийти. Но надо сначала вернуться, знаете, назад, грубо говоря, посмотреть, сколько сейчас у тебя сил, состояние ли ты поднять вот такой вот маленький камешек, и откуда взять силы, чтобы поднять вот такой. Когда ты его уже поднимешь, этот маленький камешек, присвоишь себе то, что я это смог, у тебя будет сила и будет уже стратегия, выстроенная для того, чтобы дойти до тех 100 килограмм. А прийти, например, и сказать, что я хочу там вот это, или у меня те-то проблемы, понимаете, что вы что-то уже делали, чтобы решить эти проблемы. Делали вы то, что привыкли делать. И посмотрите, куда ваши действия вас привели, в какое состояние. Вы же делали что-то, чтобы именно этой цели добиться.